Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Подвисли. С кем-то можно общую войну. A good plan violently executed right now is far better than a perfect. Поменяем все-таки с этих. Давайте верну тут. Плюс одно золото за каждого. Арсенал демократии. Так, а здесь минус 2. Содержание. Блин, может вообще сменить на какой-нибудь фашизм? Они со мной воевать собираются? Как бы. Вот так вот. Фашизм. Фашизм. Индус Аблудов за мартир. Это реликвия или... Ну, я так понимаю, вы со мной воевать собираетесь. Так, чё мне? Как с фашистом-то не воевать? Так, меньше. И производство Modern Atomic Information. Air Unit, вот это. Так, дальше. Экономика. Хаусинг. Счастье. Туризм. Еда. А где плюс 4 золота от всех торговых путей? Вот это. Пожалуй. А у тебя из-за смены правительства есть, типа, анархия? Нет, я во время цивика поменял. В космический райончик. В Плимут, наверное, отправим. Писатель. Тут все сделано. Вот мне все археологи тоже как-то делись. Странно.
Так, в Лондоне. На производство. Тоже аэродром построим. Никак даже половины не наберу. Так, этот сидит в кампусе. С армией. I don't like to commit myself about heaven and hell. You see, I have friends in both places. 1317. Ну, это все на веру. Так, пожалуй, менять ничего не буду. Плюс 50% для создания всех воздушных юнитов. Так, аэродром. Правительство, но не буду. Так, а что у меня с производством? Ага, Манхэттен Проджект. Что у меня тут с шедеврами? Еще не все заполнено. Еще в столице. Блин, есть. А я пустого потерял улучшенного, он в Руанж прибежал. Всех ученых уже разобрали, кстати. Ну, я не знаю, наверное, кто-нибудь напишет мне в комментариях, мол, надо ядерное оружие фигачить и всех забрасывать. Ну, блин, не лежит у меня душа, когда ты первый раз играешь в сетевой игре, людей ядерным оружием забрасывать, вот честно. Хотя я думаю, что на меня скинут, так что... Ну, вот просто вот не хочется. А если не хочется, то что себя... насиловать, правильно? Правильно. Как это закроется вообще? Буэнос-Айресом 3 алюминия, офигеть. Рядом 3 алюминия, такой треугольничек. Ну вот, союз его. Его территория, что самое смешное. Агрой. Индийской. Так. Тут тоже надо аэропорт построить.
Культура. Да, я никак до половины даже не могу в этом в туризме добраться. Увеличивается. Увеличивается, но и необходимое количество тоже увеличивается. По городам, по счастью. Ну так-то вроде... Ой. Так-то вроде... Все путем. Не, Леша, оборонительный союз точно это просто смысл может. Ну, предложи. Ну, сделал. There's so much plastic in this culture. Ну. Так. Аэродром тут готов. Может, космопорт кто-то построил? Нет. Так, где я еще хотел использовать рабочих? А, вот селитру добавить. Блин, не знаю, не могу открыть это твое предложение, русский. Вот пришло, типа, предложение улучшено. Что-то я не посмотрел, там кому-то я предложение кидал, отказались, да? Местные договора. Вообще в аэродроме еще можно всяких зданий поднастроить. Ангар плюс две продукции. Француз, прими сделку. Два слота. Можно один самолет построил, потом ангар построил. Как-то вот так. Что по силе армии у нас? Ну, вроде как бы никто армию не начинает поднастраивать, кроме меня, пока. А
А, стоп. Сейчас надо алюминий обработать. Слушайте, а у всех висит эта вишка has been defeated, неубираемая, или только у меня уже? У тебя, наверное. У меня ничего нет. Блин, вот как, чем не жму, не убирается. Ни левый, ни правый. Каким-то случайным образом появляются эти уведомления. У меня во время от времени появляется уведомление, что Стоунхендж построен. Не, они у меня появляются по поводу Стоунхенджа и прочего, появляются, когда мы сейф грузим. У меня все чудеса, заново вываливается весь список, типа, что построено. Но они-то хоть закрываются. А эту хрень как закрыть? Ну, вообще, то, что подводные лодки под льдами не плавают, подстава какая-то. Так, один самолет есть. Давайте ангар. Тут можно смотреть, какие районы где. Air Attack. Nuclear device, thermonuclear device. Так, давайте мы тут в Нагою перекинем. В Нагое как-то маловато производства. Ногой у нас уже. Так. Один ход. Не, лучше так, на производство. 24, 21, 17, 19, 16. Слушайте, интересно, а на сколько ходов вообще они летают? Слушайте, а с самолетами кто-нибудь воевал вообще уже? Да, я воевал. Шикарная тема. Самолеты шикарные в этой игре. Ну, в шестой цели. Далеко они летают? Шесть клеток, кажется, семь, что-то такое. Это шесть, это первые, а бомберы уже дальше летают. Слушайте, я правильно понимаю, что без аэродрома атомную или ядерную ракету не зафигачить? Без шахты. Шахта нужна, это тоже типа как отдельный район, как я понял. Не-не-не, шахта это просто улучшение, которое строит военный инженер. Ну, вот у меня здесь просто я выбираю бомбер, и у меня написано WMD Strike, Nuclear Device. Или термонуклеар девайс. Ты можешь либо с самолета сбрасывать ядерное оружие, либо из шахты. А-а-а. Но шахту нужно построить инженером, а самолета ты можешь. Это хорошая тема. Вот когда есть самолета. Игра хороша тогда, когда есть всякие разные альтернативы. То есть, если вот нету, например, у человека алюминия, но он хочет зафигачить ядерную ракету. Строй шахту, фигач. I would say invisibility would be sort of a fun power to have. Just to see what it was like to move through the world and not be looked distracted from distraction by distraction.
Так, глобализейшн я скоро открою. О, племенное поселение. Ну, может, можно апнуть. Эти подлодки, они будут плавать. 5 ходов. Странно, у меня уже три аэропорта открыто. Так, ангар. Самолетик. Блин, вот этот контршпионская фигня, что я должен чуть ли не каждый ход их сажать, это, конечно, не очень прикольно. Городами-государствами. Что мне Джакарта дает как сюзерену? Плюс одно золото за каждый торговый пост в другие города-государства. Нафиг надо. О, плюс 15% науки, когда я не в войне. Ну вот это, конечно... Не знаю, почему никто не перекупает. И... В каждой новой эре одна рандомная эврика, но уже, в принципе, я во всех эрах есть. Так что, кроме меня, больше никто космопорт не построил? 5 ходов. Я прям даже боюсь спутники строить. То скажете, что я уже тут прям побеждаю. Так и есть. Нормально, четко, двор. Кавалерия. Ну, теперь вы в Манчестере у меня тырите тихий, да? Инженер. Ну, фигню какую-то. Два престижа на любом тайле, которым вы владеете. Конечно, для пригородов хорошо, наверное. Конечно, я еще во всей механике не разобрался. Я, наверное, могу строить всякие эти природные заповедники еще. Плюс... Так, не понял, а куда делись самолеты, которые я... Или я уже апнул тут? Непонятно. Ну, предположим, давайте посмотрим престиж. К
клеток. Вот у меня пригород, да? Четверочка. Где еще у нас пригород? Вот пригород. Эверич, ну давайте тут увеличим. Типа больше. А, уменьшилось, потому что я тут аэродром построил. Блин, в центре города должен быть. Ну и что? Типа во всех клетках этого города увеличилось на 2 привлекательности. Ну, это интересно. Кстати, не так уж и плохо. Так, слушайте, культура тут больше не нужна. Хотя глобализейшн надо открыть 3 хода. Так, что с подводными лодками? Еще нельзя проверять. Ну ладно, пускай убивают. В принципе, хорошая пушка была. Дестройер. К Шизуке надо подплыть. Русский, я твоего шпиона поймал. Да я в курсе. Они здесь вообще ловятся, по-моему, на раз-два. Ну почему? Ты просто... У меня просто там контршпион сидит. Вот в Манчестере у меня чувак своровал теху. Мистер Уотсон, come here. I want to see you. Убили пушечку, да? Так, промоушен для шпиона. Так, видимо, не сейчас. Так, здесь у нас аэродром построился. Здесь ангар построился. Здесь тоже ангар построился. Пересядем в Манчестер. Русский, ты мне лучше этим апостолом ногою попробуй. Ногой я быстрее перейдет, потому что там нету как бы религии. А Манчестер ты будешь долго так. Ну да. Ногою ты находил вообще? Сейчас 5. Да, нашел. У меня вообще этот апостол для обороны был, он 6 раз может религию распространять. Пока я вылетал, он до сюда добежался. Не понимаю, вот где еще... Какой-то глюк странный. У меня вроде как 2 самолета в аэропорту, а написано, что 1. В списке юнитов вроде 2 самолета.
реактивные бомбардировщики. Да, и оба в этом аэропорту. Ну, тоже пишется, что один. Вообще такой бомбардировщик размером с аэропорта. А список юнитов где? Нажми на название юнита любого. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Забронировать отель, узнать все про музеи, найти, где перекусить или, например, отыскать на огромной ВДНХ в Москве работающий туалет. Вы уже догадались, какое приложение поможет вам? Да, 2GIS. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте. 2GIS, если быть точным. Ну хрень какая-то, получается, куда-то пропал юнит. А тут в списке вроде есть. Может, он какое-то время... Француз, 300 голды. Кстати, русский, ты не хочешь своего шпиона выкупить? Да, нет. У тебя 2025 денег, нифига себе. У кого? У русского. У русского. Русский свой придяй. Вот на что ты там копишь эти деньги, интересно? Да я просто особо ничего не покупаю. Не знаю, не капает, не докапает. Modern and Atomic. А сейчас в Information Area поменяем. Тут еще 15%. Плюс 1, 17, 18. Все зашибись. Может, блин, поубирать? Был банкротом, теперь вокруг Осаки 4 самых этих вертолета варварских. А что, есть какой-то лимит на количество торговых путей из одного города? Минус 18 счастья везде из-за банкротства. Жестко очень. Ты чувствуешь, когда у твоих варваров есть вертолет, а у тебя нет? Да. Я думаю, у него есть. Сейчас всех распустят. Убрал везде культуру в городах, потому что уже не надо. На 15 клеток летают самолетики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, джет-файтеры тут. Будут сжечь. Главное их настроить побольше.
Так, сейчас будем менять. It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. Во-первых, плюс 50%, да. Минус усталость, содержание юнитов 15%. Дальше. Плюс 5 продукции и 10 золота от иностранных торговых путей, да. Сейчас будем пускать там к русскому, в Индию. Enemy spy level, да, это я оставлю. Хаусинг это все оставлю. Продукция тоже оставлю. Ра, у меня есть ра. У меня под рынком спрятался. Нормально. Самолет построен, теперь ангар. Сколько у меня районов, нигде ничего не прячется. Прям. Дели 7 производства. Ну, к французу нет смысла отправлять. Поэтому давайте в Дели. Так, этого чувака в космопорт или в производство. Не думаю, что сейчас космопорт, типа... Нет, давайте в космопорт. Что-то я боюсь теперь уже переправлять юниты, когда пропал куда-то самолет. Один ход. Так, что у нас тут с победой? 1108. О, русский уже начал строить сателлит. Что? Ну зайдите в научную победу, посмотрите, видите, у него начала шкала заполняться. О, кстати, спутник, спутник, имеется. Спутник, спутник, да. А я уже половину культуры, ну, туризма набрал для победы. Промышленная зона, туризм даже дает. Тогда там все эти зоны какие-то дают туризмы. О, все, закончилась дружба с индусом. Теперь можно убивать его этих самых апостолов. When we look up at night and view the stars, кровавые религиозные фанатики. Так. Просто в ногое покупать за веру. Блин, когда это вот эти уйдет все? Саботаж выше. Давайте промоушен и отправим к французу, чтобы ему тут жизнь медом не казалась. Так, Новгород 5.22. Дели 7.8. Ну, давайте в Новгород. Что у нас по армии? 73, 188. Пока больше всего армии, кстати, у русского, как ни странно. Блин, у Египта с Индии вообще просто армии практически нету.
Так мы, ну, по крайней мере, я в таком месте, что ко мне по воде. Я думал, ты скажешь, я в такой жопе вообще, что и на армии нету возможности ничего построить. Ну и в жопе я тоже. Но у меня штраф, пожалуйста, кому не лень, пожалуйста. Двойной штраф за усталость. Вперед. Так, надо еще раз проверить, что... Франция, не хочешь там Индию захватить, да? Как Франция Можно? Может Индию захватить? Может, ты со мной спутал? Китай может Индию. Не-не-не, ну у него же типа штраф, чтобы еще больше штрафа было. Зачем? Он уже вроде избавился от штрафа. Кстати, француз уже и догнал нас по науке. Вот Египет, Египет с Индией отстают. Реально. Я, кстати, уже все цивики пооткрывал. У меня уже по второму разу пошло social media, globalization. У тебя сейчас будет туризм от этого бустится. Да. Mm. Ты цивики принял, которые туризм бустят? Да. Ну, один. Там один еще плюс 100% от музыкальных шедевров. А нафига? У меня, по-моему, два только музыкальных шедевра. А другой, который от артефактов бустит, тот принял, да. А ты говорил, не смогу Манчестер перебить веру. Ну, я тебе говорил, что ты в ногой это быстрее сделаешь, а не... Что ты в Манчестере прям не сможешь. Тут, кстати, реально как-то очень быстро перебивается. А что, вы тут за религиозную победу соревнуетесь? 14 у индуса, 7 у русского. 18 у француза, кстати. Да у француза все города просто свои, по сути. Религиозное сложно, нужно, чтобы во всех цивилизациях твоя религия была доминирующей. Так, значит, к французу в Киото. Лёша, у тебя сколько городов? 6? 5? 5. Мне почему-то не показывает, что я типа, тебя перебил. Может, следующим ходом? Ну, вообще, у меня еще лиц в иудаизме. Ну, это понятно. Не, там уже показывают, когда, типа, больше 50%. Ну, да, да. Так тебе давно уже должно было быть показывать, аж. Манчестер и лиц — это уже меньше, чем... То есть Манчестер не надо было для этого обращать, чтобы получить 50%. А, Плимут не это самое. Блин, точно. Самый ближайший к тебе. С кем? С Египтом, что ли? Пушечка. Ну так прилично уже содержание юнитов-то идет. Надо мне... Все мои торговые караваны переправлять. Ну, там тоже будет производство даваться, так что это меня не особо расстраивает.
Так, 576. Культурная победа сколько надо? Ну, еще половина. Как минимум. I'll be back. Так, город голодает, это норма. Ангар построен, строим самолетик. Аэропорт построен, строим самолетик. Еще один караванчик. Так, Джакарта и Хатуса. Странно, почему вот к русскому в другие города невозможно отправить. По идее, должны добегать. О, Фростидор пошел в спутник тоже. Сколько армии-то? Женеву кто-то у меня перекупил. С предложениями. Так, Демстигар принял предложение дружбы. Можно и альянс теперь. Так, почему скрытые границы, фиг с ним. Так, что у вас с культурой? Увеличивается пока, все увеличивается. Что с армией? О, почему-то у француза уменьшилось. Ну, я уже первый по армии. В принципе, еще пара самолетиков и можно воевать. Distracted from distraction by distraction. А вот к цивилизациям, которые торговые пути. Вот это, кстати, можно принять. Давайте. Только вместо чего? Непонятно. К сожалению, это все надо. Ладно, оставим пока.
Ну вот как, что сейчас было? Декларация дружбы. Да нет, что-то никаких бонусов к туризму я не вижу, открывая эти цивики еще раз. Обманул? Нет, там же написано, что вроде есть бонус. Открываю цивик. А нет, слушай, наверное, я что-то вступил, да, я сейчас читаю. Чисто, это просто для очки победы по очкам, да. Больше ничего. А это, наверное, противо... Антиэрган, да. Мне надо, видимо, перехватчик один или парочку построить, а не чисто бомбардировщиками переться. Признавайтесь, кто у меня ворует. Ну вот, Frosty Dog уже первый. По науке вперед заканчивает строительство спутника. А вы на меня гнали. И наука уже нафиг нужна, я так думаю. О, пошла война. Нифига себе. Он на меня атомную... Короче, француз на меня атомную бомбу скинул. Вот это весь. Ногоя вообще просто в хлам. Зачем ногою? Почему на бомбе? Ну, видимо, не долетал до других. Нечем. Ну вот, я стеснялся скинуть, а на меня, естественно, никто не стесняется. Ну, блин, а чё так сразу вообще полностью город сносится вообще ядерной ракетой? Я это атомная, наверное, там ещё термоядерная, это другая. Ладно, будем воевать. Самолеты, кстати, не уничтожены. Ну, отлично. Все. Он захватил ногою. Молодца, француз. Давай, пускай Китай выиграет. Быстрее культурный выиграл. Точно не моя проблема. О, континент. Блин, а почему тут сразу стены в городе? Это тупо, согласен. Ой, что я обстрелял?
Не, ну это непонятно, почему сделали по механике, чтобы не было этих постоянных перезахватов городов. Ну так, блин, а как мне теперь перезахватить свой город? Заново все его бомбить. Охренеть. А за войну с ГГшками дают штраф милитаризму или нет? Чего не знаю, того не знаю. Да, теперь понятно, почему атомная бомба лучше. Полностью сносит всю защиту. А обратно, как про обычными юнитами, фиг заберешь. Если таки у России самая крутая столица, если бы она еще как-то разъелась, если бы он ее разъедал караванами. Ну, да я хочу что-то заняться, просто что пока нет. Блин, может тогда атомную бомбу тоже построить, сколько она будет стоить. Вот еще Манхэттен Проджект, вот это вот все. Слушайте, ну у нас Египет прямо на какой-то отшибленнике от всего мира. Да. Прям как я почти. Боже. И у меня еще в начале с двух сторон варвары были. То есть мне вообще не выйти было. Ну блин, я ногою не отобью, видимо. Ну вообще, Париж и Токио, ну прям через дорогу. Еще это Йокогама. А где столица Франции? Справа от Манчестера. Справа от Манчестера. А, Тулуза вижу. Тысяча 514, 1499. Так, этих давайте продадим. Самолетик. А, он дорогой. Все равно уран у меня есть. All material things seem to have been... Конечно, он вылечился. Естественно. Так, а что у нас с культурой-то? Успею ли я победить или нет? Блин, ну вот как-то странно оно
Самое большое место для расселения в Индии. В Индии просто вверх как целый материк. Точнее, континент, это Арктика. Еще один юнит готов. Вот забавно, что пишет 0 самолетов из 6, при этом у меня тут есть самолеты. Ничего не понятно. Что в Плимуте строится, бомбер? В Индию. Почему я не могу отправлять? Нету. Да, бонусы на стиле копятся после того, как правительство. Да. Странно. Бонус наследия остается. Не, не остается, а именно вот эти то, что плюс 1%, там, сколько-то ходов он продолжает капать или нет. Нет. Так, а есть у меня еще кавалерия? Торговец. Не знаете, как посмотреть, откуда у меня тот или иной ресурс? В смысле? Ну, в смысле, что я его нигде не вижу у себя на территории, в ГГшках нету. Но при этом... Помощь от торговца. Еще бывают ресурсы от торговца, под сателлита города-государства. Что попочешь где-то. Так, отправим в Париж. Понял, почему ход закончился. Слушай, я правильно понимаю, что ты захватил ногой, но при этом ты продолжаешь грабить там клетки? Нет. А почему мне пишут, что... Ты грабишь амфитеатр, ферму у Нагои. Чё не грабил? Маяк разграблен. А, это, наверное, от этого. От... Ясно. Ну, от бомбы. Бомбу, от бомбы, да. Ну да. Разрушил французу промышленную зону. Так, Новгород. Разграбил мне караван. Хочу всеми походить, кроме самолетов, чтобы... А у вас не начались лаги? У меня что-то начались сильные лаги.
У меня нет. Как-то подтормаживает немного. Ну, поздняя эра уже. Раньше так же было. Война. Да, походу тоже какой-то город на Уране стоит. Я больше нету объяснений, почему. Мне до сих пор бомба радиус 2. Вроде как. Так. Перебросим. Да блин, сколько можно эти самолеты переключать? Каждый раз вот переходит опять на самолеты. Все, вот теперь, кажется, я всеми походил, кроме самолетов и этой пушечки. Ну. Всё. Вертолета больше нет. А лунную экспедицию уже отправлять нормально. А я лечился, что ли, этим ходом? Да ёлки. Ну. Рация наносит урон. Что? Ну, когда ты атакуешь вертолет, авиации наносит урон твой. Знаешь, мне сложно сказать. Ну, какие-то у меня юниты уже желтого цвета. Но фиг знает, может это не по вертолету, я там же у тебя анти-эрганы атаковал. Может это они урон наносили, я просто не особо... Тут такая анимация, знаешь, оно как-то все так странно показывает. Ускоренная все-таки анимация. Блин, не успел я инженера отбахать. Поздно. Самое забавное, что вот он у меня захватил Нагою, но аэропорт Нагою в моем распоряжении остался, и я могу им... Ну, то есть у меня там самолеты. Может, это глюк? Еще раз. Мы ничего не услышали. Ты отвалился после слов. Он захватил Нагою и... Он захватил Нагою, а аэропортом Нагои я продолжаю пользоваться. Да, кстати. Я не знаю, это глюк или... Ну, по идее, вообще, в принципе,
это неплохая идея, потому что иначе просто ты терял бы все самолеты. Логично, да. То есть, видимо, надо как-то его уничтожить сначала. It has been said that arguing against globalization is like arguing. Француз, там китаец уже вторую эту заканчивает. Я что ему могу сделать, ты мне скажи. Ну а нафига ты со мной воюешь, если улетит китаец? Ты культурной победой выиграешь. Ну где культурный? Смотри, сколько ходов уже я культурной победой выигрываю. Ты на половине. Вот именно, я эту половину сколько колупаю? Все правильно француз делает. Никто с Китаем. А ты как собираешься делать? Выиграть, подожди, француз? Просто всех захватить? Туризм заберу. Туризмом? Моим туризмом ты собираешься их забрать, что ли? Эври позаберу, а там посмотрим. Блин, у Китая там еще и... Ой, у Китая. У индуса еще и 3 ГГшки там. 4 ГГшки. Так. И почти против самый файтеров, против анти-эйров. Ну. Как тут сидит? Может, атомную бомбу действительно мне построить-то? У меня для этого сначала Манхэттен Проджект требуется. В Токио. Какие там горячие клавиши для air атаки? У нас очень, кстати, похож материк на землю, да? Только Япония переросток и это Америка тоже переросток. А Европа с Африкой поглотились, точнее Евразия с Африкой. Ну вот, перед тем, как убить юнит, он подлагивает. Все юниты, точнее, подлагивают. Кстати, знаешь, что срабатывают эти, перехватывающие твои юниты? Вот от чего урон. А-а-а. Причем они срабатывают, если я атакую, ну, рядом с ним. Не этот юнит атакую, не тот, который против самолета. А вот рядом, когда ты нахуй... Вот я убил, например, у тебя механизированную пехоту на пригороде, и вот рядом вот этот юнит, он, по-моему, 2 или 3 раза сработал.
успел. Так же и в пятый было тоже, у них был радиус. Они же на радиус работают, на одну клетку радиуса работают. Но тут интересно, что они не постоянно, то есть они, во-первых, как в пятой циве, он срабатывает и все, значит, на этом ходу он больше не работает, правильно? Тут я видел, что один юнит вот этот противосамолетный два или три раза срабатывал. Так, что, мы же два часа ложимся в этом часу? Не знаю. Давайте уже уложимся в два часа. Давайте быстрее ходы заканчивать. Да. Война. Мы тут воюем вообще-то так, на минуточку. Блин, нафига я так вылез. О, еще одна бомба. О, зато я теперь вижу, как она красивенько делается. Прикольно. Ну, это не дело. Он сейчас меня все эти атомными бомбами позахватывает. Так а у тебя что, нету что ли атомных бомб? У тебя же до середины еще был уран. Что? Ну, уран был в том городе, который он первый захватил. Он находился прямо на границе с ним. Не знаю, что-то я наушники поставил на секунду, они на букву П упали. Нет, захватил, как видишь. Вот, надо было это дело, понятно. Ну, ребята, короче, у меня... Француз захватывает, атомные бомбы сбрасывает на меня и берет город. Но фишка в том, что культура-то у него растет, и туристы. Ну так конечно, потому что француз забирает мои города с шедеврами. Не, не про француза, я про тебя. Так он заберет сейчас мои города все оставшиеся, и он победит культурой. И анархия. Да. Ну, мне интересно было, что это такое. И как ты это сделал? Я не пойму, как вот анархия может. Короче, есть один политический курс, ты меняешь его на другой, а когда возвращаешь... За золото, что ли? Не, за золото. А как, там же нельзя, по-моему. То есть, если правительство такое же делаешь, как до этого у тебя было, А, то есть откатываешься назад, что ли, получается? Ну, типа того. То есть у меня был коммунизм сначала, а я потом перешел на демократию. Сейчас обратно перешел на коммунизм, привет. Чё анархия дает? Три хода, ни хода. Продукты этого, ни науки, короче, ни культуры. Это у кого так? У русского. Живем. Это жестко. Ну, мне стало что-то очень интересно. Ну, меня больше всего в этом возмущает, что я не могу свой город отбить назад. Вот это самое дебильное. То есть
мои самолеты, бомбардировщики, самые последние бомбардировщики, снимают очень мало со стен. Тут появляется сразу стена, которую невозможно просто снять. Иди, бомбардировщики хорошо снимают. Нет. В том-то и дело, что нет. Очень странно. У тебя точно бомбардировщики? У меня самые последние бомбардировщики. Джет-бомбер. Странно. Может быть, потому что у него перехватчики какие-нибудь есть, и они не могут стрелять по городу? Нет. Вот мы вчера воевали, там очень хорошо. Тоже защита была у города больше 100. И даже простые бомберы прилично снимали. Не то, что джет-бомберы. Тебя прокачанные? Хотя нет, это нет, это не помогает. Ну давайте пробовать проект Манхэттен 15 уже. Ну обалдеть. Здесь 9. Но остались только великие полководцы. Кстати, странная штука. Я вот политический курс менял, чтобы меценатство было на 50% дешевле, но оно не стало. Так оно сохраняется меценатство, пока ты держишь это. А у демократии бонус типа производства с района. В смысле, у демократии бонус? Особый бонус меценатства в отношении великих людей стоит на 50% меньше золота. То есть я как бы для этого... А, блядь, золото только. Бонус за наследие продукции районов. Да ладно, это фигня. А я что-то не прочитал, что только на 50% меньше золота. Я думал, верно, что хотел обратно. Этого инженера последнего собрать. Ну просто еще раз для демонстрации сейчас. Вот. Биг Бен в Питере, Эрмитаж. Биг Бен в Питере, Эрмитаж в Лондоне. Ну вот просто ради интереса сейчас посмотрел, проатаковал ногою. Эрмитаж в Лимите, ты че? Снялось 13 стен и 6 здоровья. Это ж сколько ее надо колупать так? Надо что-нибудь, это, типа осадной башни, чтобы сходу город убить сквозь стены. Ну, мы ж про самолеты говорим, какие осадные башни для самолетов? Не, ну я понимаю, я просто не знаю, может, на вещь какой-нибудь нет, похоже. А
А ему достаточно просто атомную бомбу. Вот сейчас он построит еще атомную бомбу, скинет на следующий город, захватит его. Атомную бомбу захватит. Вам, почему ты не строил бомбу? У меня только русский добирается, а у русского нет урана. У русского есть уран? Я не вижу. Где уран? А, вот, я же говорил, под базарчиком. Блин, ну скиньте уже на Китай кто-нибудь. Нет, на французе. Я уже строю. Француз ПВО, захватывает мои. Посмотрите, уже француз, у него уже увеличивается количество туристов. И поймите. Французу нужно в два раза больше туристов, да, чем себе. Ты забываешь, что он меня захватит, ему будет надо будет столько же, сколько и мне сейчас. Меня не будет, и у него станет вместо 241 128. Тебя еще захватить надо. Пока у тебя захватил только один город, и при этом... Вообще-то не два. Самый... Вообще-то два, уже, два и Манчестер мой самый сильный город. Там с Рурской долиной, вот он его захватил уже. Леша пропал. Он захватил стало мой самый... Стало отваливаться регулярно. Он захватил мой самый сильный город, Манчестер, с Рурской долиной, с производством совсем. Он ядерку на нее кидал, да? Да. Ну так там все убито, это все восстанавливаться будет 100 лет, индустриальная зона будет там 20 ходов восстанавливаться. Рурская долина — это чудо, оно выжило. Ну чудо выжило, но чтобы нет, а при чем оно тут нормально подожди, работало, мы говорим, там нету производства. Подожди, мы говорим о том, что он меня подкосил, то что он там захватывает, ладно. Все, он но на Лондон кинул. Но хотел, чтобы спокойно культуры пилить. Нет, я хочу, чтобы вы тоже как-то играли, а не только француз. Мы тоже кое-что делаем, подожди. Вот он на Лондон уже кинул атомную бомбу. Вы каждый... Ой, слушай, каждый делает, чтобы только победить, не надо. Вы ничего не будете делать. Вы в надежде, что успеете улететь куда-нибудь. Не, ну я уже ничего не успею сделать. Лондона не снялось, да? Ничего, я так понял. Там, видимо, меньше. Или я что-то не понимаю. Может, у тебя не долетела бомба просто? Да, видимо, там радиус. Вот это грустно. А вот встал я на клетку с аэропортом, и что дальше? Ничего. А. Я все так же могу оттуда вылетать. Подлагивает, конечно. Ну? Или был 21 в Лондоне, нет? Или мне кажется? Я без понятия. Термоядерная. Куда она дает? Блин, может города обстреливать?
непонятно. Какой-то юнит уже построить такой наземный. Ну и что с культурой? 83-130. Не, ну тут вряд ли. Тут вряд ли удастся уже туризмом победить. Да, надо было, видимо, мне тоже чисто в атомные эти выходить и... Кидать вот. Достаточно было вот сюда на кого-то скинуть, когда у него армия стояла. Это, кстати, три юнита сразу, три вертолета, видите, поэтому так. Слабенько его колупаешь. Видите, армия из трех юнитов объединенная. То есть у нее сила. Хитпоинт это остались, но сила большая. Поэтому тяжело на него нападать. Вот, улетел. У меня, вон, видите, уже партизаны. Ура, анархия кончилась. Все дорого. Все дорого. Так. Попробую ногою захватить. Постоянно к этому дебильному кораблю возвращается. Ну, все-таки слабенько он снимается, согласитесь. Ладно, еще одним стрелять. Ура, один город отбил. Блин, уже на луну улетел.
еще ходов 50. Ну, смотрите, каждый модуль это 10 ходов. 30 ходов еще. Француз, не хочешь повоевать с Китаем? Образом. Ну, всей этой армии поплыли. Я вон с ним воевал вообще-то. Ты не воевал, лишь тупо грабил. Ну, это у тебя хорошо за это? Сейчас у меня намного больше. Тогда у меня не было армии. А сейчас, может, спросить у русского, у меня армия стоит вдоль всей границы. Причем с двух сторон. Ой, я смотрю, Леша отбил город. Все-таки самолеты кормили. Ну, блин, они очень... Я просто решил этим ходом не юниты его убивать, а колупать город. Ну, он долго колупается, откровенно. То есть он снимает примерно по, там, не знаю, 8 защиты и... Невозможно город вот этот же ход отбить по-хорошему. Ну вот он уже опять на нее скинул ядерную ракету. На отбитый город. Произошло. Француз, а ты успел забрать у него всякие шедевры? Нет. Города? Я это что-то... Да я не могу победить культурой. Ну, ребята, ну, блин, посмотрите, он увеличил, уже 148 требуется. Я вам еще раз говорю, тут Китай побеждает. Ну и как бы я сейчас замедлился, потому что строю культурные здания. Я очень много сейчас. Я строю, например, Бродвей сейчас. Зачем? Чтоб тебя культуры не захватили быстро. Куда у меня тут делся шпион? Непонятно. Вы в курсе, что самолетами можно клетки грабить? Да, можно бомбить. Но ты ничего за это не получаешь. Ну, ты грабишь клетки все равно. Да, можно там космодром разбомбить. Весь уран у меня. 4 урана. Сколько? 4. Что, у тебя, Лёша, варвары там?
Ну да, ты ж меня счастье позахватывал. У меня в городах несчастье началось. Главное обезопаситься от ядерки этих, противоядерных, как называется. ЗРК, вот. Думаешь, поможет? Он твой, ну как бы помогает. ЗРК. В пятой же не особо помогало. Ну блин, хоть как-то поможет. Знаешь ли. Надо культурой оградиться. Еще 30 ходов строить эту фигню, блин. Он сочиняет про 30 ходов. Слушай, каждая постройка — это 9 ходов. И что? У тебя могут быть великие люди, которые это ускоряют. Великие люди уже все использованы. Ну, они у тебя могли остаться. Абсолютно все использованы. Ты можешь вырубать леса, так что не надо. Лесов нет уже в этом городе. Я уже все свои ресурсы потратил такие. Ну, смотрите, мне уже половину опять требуется для туристической поездки. Слушай, француз, ты не сможешь туризмом тут победить. Если ты захватишь все мои города, то это не победа туризмом все равно. Ну смотри, мы уже... Тебе не кажется, что нам надо строить космопорты, чтобы попробовать выиграть? Вместо строительства ядерных ракет. Ну ты посмотри, уже половина, он просто настроил культуры там или туризма, я не знаю чего. Как я могу вот сейчас победить? Культурно, расскажи. И, возможно, никак. Я могу попробовать как-нибудь. Ну а ты как можешь культурно победить? У тебя точно так же будет. Русские предложения. Индия. Так, корабль нужен. Крайне жестко притормаживает после смены политических курсов.
Борис говорил, что у него урана нет. Появился, присоединился в четвертом радиусе. Прямо у Индии отобрался. Только что. Я думал, не вырасти туда. Клетку это было невозможно купить. Все-таки четвертый радиус. Это что значит? Мне пришло сообщение, что Рэдди Миш объявил мне войну. Ну, наконец-то. За зарядом устроили и наконец построили. Ну что, китаец уже выполнил два условия. В третье пошел уже, блин. Там убили. Манчестер. Переберемся. Забыл тут выключить с науки. Есть деньги. Не понял. О. Я думал, подвисли уже. Очень надо. Не, ну за это... Хотя бы так давай.
Я ж тут воюю, пытаюсь сдержать агрессора ядерного. У тебя, по-моему, вполне получается. У меня два города захвачено, все нахрен уничтожено ядерными взрывами. Ну так, конечно, да, прям все получается. Опа-на, привет, египет. Рад тебя видеть. Давно здесь гуляешь? Ох, ты же ни хрена себе, ты чё, что был? Хорош, Египет. Что-то там это самое, я помню, противоядерные были.
Ну как, Китай, замедлилось строительство? Пиздец. 15 ходов. Ну тут так сейчас до 250 так дойдем. У кого там самый большой счет? У француза. Бля, я думал, ты хотя бы на землю там высадишься, пограбишь, блять, а ты нахуй привел свои ракетные войска. Это вообще... Просто у меня сразу минус все хп, если бы ты высадился хотя бы кем-то, ты захотел бы мою спину. Ну, у меня вообще... Прости, док, ты можешь разговаривать нормально? Ой, простите. Просто у тебя... Это у тебя такой стиль общения вообще обычный, да? Не всегда, это когда-то сильное удивление. То есть всегда, я так понимаю? Нет. Давай как-то контролируй, пожалуйста. Надеюсь, ни у кого нет десантников каких-то или там русских, ты не собираешься подъезжать к моей столице? Русский будешь забирать! У меня 0 хп, это любой юнит захватывает столицу. Ниты тоже все убились в тебе, да? Да. Я не добегаю, я бы хотел. Я могу этим священником захватить. У меня и так святой город. Надеюсь, у тебя больше нет урана. Египет. Даже не знаю, что тебе ответить. Ну хотя бы мои надежды, чтоб не были тщетны. А у тебя еще во втором городе, да, есть космопорт? Я тебе больше скажу, у меня и в третьем городе он есть, на всякий случай уже. И вот как чувствовал, что надо было его строить, вот закончил на прошлом ходу. There is nothing like a dream. Ну вот, сейчас он будет во всех городах строить... что-то. Да, зато в основном городе тебе 15 ходов строится. Нормально. Я одного разлагиваю. У меня тоже залагивает сильно. Ядерка вообще лагала очень жестко. Русский хочет столицу захватить? Ну, я подумываю об этом. Но я не могу ничего пошевелиться, просто даже толком. О, нормально. Ну я тоже, в принципе, не могу пошевелиться. Петру. На самом деле лаги жесть. Я там на другой клетке. Какой-то. Слушай, француз, а вот ты когда вот захватываешь города, у тебя юниты не пропадают, которыми ты захватил город? Сейчас остается у них хп. Но вот у кавалерии сейчас осталось. Просто я вот ногою два раза захватывал дестроером. Ну, то есть там выше крыши хп. Оставалось. Оба раза они пропали у меня. Ну, второй, ладно. Первый, предположим, ты обратно отбил. Но вот сейчас у меня нету дестроера, просто он куда-то вот
Даже в списке юнитов нет. Блин, жалко. Нельзя жалко. Вертолетом бить по базе. Сейчас скинешь меня ядерку и на второй город. Я подумаю об этом. Ну, с такими лагами я вообще не понимаю, что. Да, лагает сильно. Ну, у меня нормально все. Леш, как бы авиация вполне себе нормально разносит град, да. Не, ну блин, для этого мне штук 15 надо, понимаешь, джетфайтеров. Я к тому, что это только что захваченный город, типа ослабленный. Я понимаю, если бы я вот так вот разносил твой, ну, твой город личный, да? А, это бред, согласен. Слушайте, а где у китайца еще один город? Я не вижу этот кусток. На юг, наверное. Нет, вот, вот, я так понимаю, что у него город над столицей есть, да? Два. Который морской ближе, вот там где он находится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеточек примерно на северо-запад столицы. Вот от космопорта сколько клеток направо? Вот, который на берегу стоит? Да. Через клетку. Через клетку, да? Под, это я так понимаю, район... Под кампус. Под кампусом, да? Блин. Хорошо. Наводочка такая. Китайцы, а если ты мне не объявил войну, я бы, может быть, ему даже и не сказал бы. Конечно, у меня тут стоит столица без ХП, и ты такой подходишь своими двумя танками. Интересно посмотреть. Конечно, на столицу без ХП. Ну да, никогда не видел. Так, а нафига я тут уже дестрою? Ну как вообще... Туризм не повышается. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.